Всем привет! Автосалон Toyota. К сожалению, нет такого, как раньше, предпраздничного настроения, чтобы вот прям подарки вам, люди суетятся, и салоны тоже. Ну вот, пока то, что есть. Давайте смотреть. Огромный салон, всего 4 машинки представлено. Остальное все в бэушке. Давайте начнем вот с этой машины. В черном цвете красивые двухцветные диски. Land Cruiser Prado, бирюзовый цвет, туманки, все это имеется. Омыватели фар, подножка такая. Рейлинги, видите, только там начинается. 70-я годовщина. Вот так все это смотрится. Запаска торчит, как видите. Ну и давайте смотреть, сколько же стоит такая машина. Такой классический вид. Итак, Toyota Land Cruiser Prado 150. Цена машины 6 050 000 рублей. Двигатель 2.7, 163 лошади, автомат 6-ступка, привод полный, цвет черный металлик, комплектация Prestige, 7 мест. Ну, пробег 7 км, новая машина. Написано, что страна изготовитель Япония. Год производства 22, гарантия 1 год или 20 тысяч километров пробега. Либо это старые машины, еще у них сохранились, либо уже привезли по параллельному импорту и дают скидку. Так, а что здесь у нас? Комплексная скидка представляется при приобретении авто по программе Trade-in. Скидка до 150 тысяч и кредитование скидка до 100 тысяч. Ну, в общем, 5800 можно за вот эту машину накрутить. Такая вот машина. Еще, смотрите, у нас такая вот Toyota Land Cruiser. Стоила машина 6200 с учетом скидки. Ну, почитайте. И давайте посмотрим, что здесь написано. Цена автомобиля 6200. Двигатель 2.7, такой же, как и у черной машины. 163 лошади. Автомат. Привод полный. Металлик серебристый. И это у нас Prestige. Комплектация 7 мест. И тоже вот есть допы. Защитная пленка. Под ручками сигналка, сетка, решетка радиатора, защитная пленка под ручками, тонировка задних стекла. Все два раза под ручками, или тут под передними, под задними, да. Также страна изготовителя Японии, 22 год, 1 год или 20 тысяч километров пробега, гарантия. Ну вот так, тонировка здесь. Ну, говорят, что маловато для такой машины лошадей, не знаю, я на такой не ездил, но как бы я считаю, что, наверное, вполне даже достаточно. Понятно, что машины закрыты. Ну и вот еще белые, тоже смотрите, какие здесь диски, да, и какие тут диски. Тут должна быть, я так понимаю, еще подешевле тонировка уже имеется. Вот такие вот диски, и тоже 70-я годовщина. Вот так смотрится машина сзади, моя новая Toyota. Когда-то была мечта, сейчас даже не знаю, что это сейчас теперь. Предел мечтаний, что ли, или что, блин. Большой экран мультимедии, автомат. Смотрите, такие огромные лопухи. Резина, кстати, Dunlop стоит. Смотрим. Toyota Land Cruiser. Цена машина, да, 5 740 000. Такой же двигатель 2.7, 104 лошади, автомат, привод полный, комфорт плюс, 7 мест. Так называется комплектация. Ну и вот допы, тонировка, секретка, дефлекторы окон и капота, сигналка, защитные пленки, подручки дверей, сетка, органайзер в багажник. Вот, и со скидкой машина стоит это 5 540 000. Ну, вот такие вот как-то цены. Знаете, вот белый, серебристый и черный. И вот еще у нас есть белый. Давайте посмотрим. Да, тоже комфорт плюс, 7 мест. Машина новая. Ну вот такие допы, почитайте. И тоже гарантия 1 год или 20 тысяч пробега. Сколько же стоит машина так, если со скидками, с учетом, да, вот эти скидок 5 540. Ну, в принципе, вот так все. Ну и что, давайте теперь посмотрим, какие машинки стоят
СБУшек. Вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшие приложения по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов. Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Экономия на плановом ТО может составить до 10 тысяч рублей, а, например, при замене масла до 4 тысяч рублей. При этом на сайте всегда есть секретные акции и спецпредложения. Разумеется, есть и предложения на новые автомобили от новых дилеров со скидками даже за наличные. Ссылку оставил в описании. Видите, у нас Volkswagen Touareg 20 год, 8 практически 100, один владелец и пробег 14633 километра, 249 лошадей, дизель 3 литра, написано автомат. Идем дальше. Автомобиль с пробегом, Маздочка, CX-5, 21 год, 3 миллиона 255, один владелец, пробег почти 16 тысяч, пробег полный автомат, 150 лошадок. Автомобиль с пробегом, Камри, 20 год, 2 885, пробег 62,5 тысячи, один владелец, автомат, 101 лошадь. Такая вот цена у этой Камри. Ну и что, сейчас будем дальше. Автомобиль с пробегом, Audi, зарезервирован. Автомобиль с пробегом, Mazda, тройка, 19 год, 1 895 000, пробег 50 тысяч, владелец один, период непонятно, автомат 120 лошадей. Ну вот у нас BMW X5, 15 год, 3 375 000 рублей, пробег почти 89 тысяч, период полный, автомат 306 лошадок, два владельца, бензин 3 литра. Ну и что еще из машинок? Вот у нас еще стоит Kia Optima, 19 год, автомат, привод передний, понятно, пробег 77 тысяч, один владелец, 2 миллиона 170 тысяч рублей. Такие вот цены. Это что? Cherry Tiggo 8, 21 год, 2 миллиона 55 тысяч, пробег 27 408. Один владелец, привод передний, робот, 147 лошадок. Ну и вот еще у нас Lexus NX, 18 год, 3 миллиона 330 тысяч рублей, пробег 72 605, привод полный, автомат, 238 лошадок. Ну что сказать, машинок новых мало, поэтому вот приходится как-то им выживать, ну и что делать. Не зазорно подторговывать еще и бэушками. Такие вот дела. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.